Всем привет, мои дорогие подписчики! Я вам хочу сейчас показать американскую деревню, одноэтажную Америку. Это комплекс, там два бассейна, теннисные корты, джим есть. И за домами канал. Там можно яхту припарковать. Вот в таких домиках живут среднестатистические американские пенсионеры, потому что это комьюнити 55 and older. То есть тут могут жить люди, кто старше 55 лет, и поэтому цена на эти дома, она ниже рыночной. Но забыла сказать, в этой коммунити не разрешены животные. Нельзя кошку, собаку иметь дома, только если это service pet. Или есть справка от психолога, что это emotional support pet. То есть вам психолог приписал домашнее животное, как, то есть вам это необходимо для вашей нервной системы. А сервис пэт — это собаки для слепых граждан. Все домики одинаковые, и в этой коммунити нельзя ничего менять outside. То есть покрасить дом в другой цвет вы не можете, даже если это ваш дом. И ворота, двери другого цвета поставить вы тоже не можете. Всем этим занимается коммунити. И покраской, и ремонтом крыш.
маленькие аккуратненькие домики. Всем пока, мои дорогие подписчики. Всем добра и хорошей погоды.